О мой бог! Я все-таки вернулся! Вы не представляете, через что мне пришлось пройти, чтобы вернуться сюда спустя 3 месяца. 6? У меня не было целых полгода! Я все еще не напуган. Полгода назад я хотел себя напугать. Я смотрел различные потерянные эпизоды. Я пытался стать страшным. То есть красивым. То есть пытался испугаться. Я вообще красивый. То есть испугаться. И... у меня не получилось. У меня не получилось. Я решил вернуться с новыми силами и снова найти то видео, которое меня испугает прям до смерти. До самой, мать его, смерти. Подписывайся на канал, чтобы вступить в мою супербанду. Ведь внутри супербанда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Так что решать тебе либо быть с нами, либо быть под нами, под всей супербандой. А как видишь, мы растем все с каждым днем. Решай, а ты таки будешь ходить в маминой юбке. И сегодня мы будем смотреть новый вид страшилок, который появился 3 месяца назад, но я его пропустил, отлично. Он называется «Я никогда не скачивай этот». Это любая игра. Давайте мы просто попробуем испугаться. «Никогда не скачивай этот Roblox Horror реальной жизни страшилка». Вот если бы он не написал «страшилка», я бы не понял, что это страшилка. Поделиться с этим с вами. Но я здесь вижу... ему страшно! Роблокса, то есть... там Роблокс! Там Роблокс. Там адский Роблокс, но нету рипа и почему. Еще какая-то вот этот билиберда. Сейчас 3 часа ночи, я ночью записываю. Ты ночью записываешь видео? Ты что, тупой? У меня вообще 8 утра. И вот такая вот фигня. Мне реально сейчас страшно. Конечно, страшно, мальчик, ты записываешь ночью. Я решил встать пораньше, чтобы записывать утром, а не ночью, потому что ночью реально страшно. Как бы в доме никого. То есть я один. И все. Ты еще и один дома! 3 часа ночи, один дома! Господи, куда же твои родители делись? На работу поехали? Вот, 3 часа ночи. Хотя не знаю, у меня еще друг спит, наверное. Так ты сам или с другом, ты определись! О, я чувствую, он меня обманывает. Я чувствую. А нет, это желудок. Как бы компьютер включился, и вот 3 часа ночи, хотя... Погоди, ты же говорил, что ты сам включил компьютер. Чё-то попахивает пиздец. Меньше. То есть сейчас день, то есть да, ребят, сейчас... Так, стоп! Сейчас день или ночь? Он врет! Ах ты ж! Ты чё, решил на меня нарваться? Ты хоть знаешь, что этот пистолет с тобой делал? Вот что! Он прострелит тебе левым мизимом за левой ноге! Ты еще будешь врать, маленький сцепун. Ты слышишь? Я жму. То есть оно не открывается. Охереть! Я не знаю, что это. Как он это сделал? Это... погодите, стойте, стойте! Это невозможно было поделать! Этот... вы только послушайте! А, вы не слышите, да и хер? Вы только подумайте, как он это сделал? Он нажимал за реально мышкой, оно не работало! Это реальная история! Я уже жду, что будет дальше! Все, ну, то есть все черное, вот это еле я заметил, вот это Roblox Die, я не понимаю, что это вот... вот, то есть обычный Roblox и Roblox Die. Если бы не было экшена, то как бы я записал это, ну, то есть ты понимаешь... на телефон! Нет, чувак, не заходи в тот Roblox! Подожди, а чё это файл PNG? Подожди, это что, фото? Ага, спалился! Нет, не заходи в Roblox, ты что? Заходись. Нет! Нет! Вот нормально, Roblox, типа он работает. Во, ребят, о, это нормальный Roblox, пронесло, бро! Подожди, стой. Сейчас, я секунду. Отлично! Это был крутой ход, пацан. Ты просто оставил ролик включенным, чтобы оно было больше 10 минут. Моя школа. Просто. О. А что ты, я тоже так могу вообще сделать? Скрип, подожди. Я скрип слышал. Подожди. Рома, ты? Чё, как, бродяга? Я вернулся. Сейчас проснулся, захотел посмотреть этот телек. Смотрю, а там вот эта вот фигня. У него чего, время видео начал ломаться голос? Или это не он? Атапак! Мне нужно что-то, чтобы себя успокоить. Мне нужно СМР-видео, мне реально уже страшно. Мне нужно как-то себя успокоить, так. Привет. Гребаная реклама. Тебе все хорошо? Ну такое я испугался. Тетенька, что вы от меня хотите? Смотри. А? Ай! Блин, уши! Уснули. Блин, это страшнее этой истории, давайте сразу следующую. Это был обычный денек в Roblox. Я просто... погоди, братан, у меня экран поплыл. Я снова интернет сломал. Это был обычный денек в Roblox. Я просто листал игры. Какой обычный денек? У тебя там был Уганда Наклз? Уганда Наклз. Это явно скрытое послание.
Угаданный! Нужно быть поаккуратнее с этой штукой, а то она кого-то убьет. У тебя там Уганда Нагас. Это не... Ты чё? Но тут появилась необычайная игра. Какая именно? Игра называлась «Тюрьма Экзе». Капец, Экзе. Долго не думая, зашел в эту игру. Я зашел в игру. Здесь были игроки. Но это были всего лишь боты, которые ходили за мной. Тупые боты. Я пошел осматривать всю зону. Капец, блин, что-то у меня уже сердце болит. Давай еще раз. У тебя что-то расслабляющее. Триггерами на этот микрофон. Садись удобненько. Устраивайся. Я видел порно, которое начиналось так же. Это реально успокаивает, бро. Офигеть, давайте продолжим. А, музыка. Повсюду были пятна крови. А то кто-то просто в туалет не добежал. Я попытался пройти дальше. Это страшно. Здесь была куча умерших людей. Какие люди? Это боты, ты раз нам говорил. Боты искали меня. Мне страшно. Долго не думая, пошел в спортивный лифт. Мне не хватает воздуха. Я не очень сильно удивился. Здесь тоже были пятна крови. Далее показалась табличка, что я и другие боты выжили. А чего? Сверху по-английски было написано, что следующий киллер будет выбран через 4 секунды. А, это страшно. Я зашел на кухню и увидел на улице через окно умершего полицейского. Где? Да, далее подошел к боту. Близняшки, давайте. Сегодняшний триггер. Продолжаем смотреть, я снова спокоен. Почему-то на единственном месте кухня я все время падал и проваливался сквозь текстуры. Это так страшно. Мамочка, забери меня. Мама, мама. Мама, забери меня. Это страшно. Я не могу. Я не пугаюсь. Мне еще не страшно. Я не могу быть так быстро напуган. Я попытался выйти из игры, но у меня не получалось нажать. Ты не нажал на это. После этого у меня сильно лагала мышка. К счастью, она разлагалась. Ты обманщик, у тебя, ты что, тупой? Ты нажал только что, не выходи. Фейковая история. Оказались мертвые полицейские. Это не страшно, потому что это фейковая история. Это очень сильно меня пугало. Ах, ты же обманщик. Что ж, тебе меня надо успокоить. Мне не страшно, я зол. Так, а меня за это не заблотят? Она чуть ли не обгрудь терет эту мочалку. Спанч Боб! Это же все Спанч Боб! Она трёт Спанч Боба об себя. Как я сейчас пожалел, что я не Спанч Боб. Мне очень жаль. Я не напугаюсь, потому что это видео не настоящее. Давайте пройдем на следующее видео. Никогда не скачивай эту версию Roblox. Уже от самого названия мне становится страшно. Давайте, чтобы полностью себя успокоить, мы посмотрим ASMR видео. Близняшки рыжие. О, боже. Она так прикусывает свою губу. Язык. Люди это реально смотрят? Так, погодите, это же одна и та самая девушка. Везде обман! Она умеет успокаивать, я согласен. Хорошо, следующее видео. Никогда не скачивай эту версию Роблокса. Тут было все такое. Так, там ничего не изменено, бро. Я пошел назад, потому что я знал то, что меня там ждет опасность. О нет! Он оказывается знал все это! Я никогда играл в такие игры, я не знал, что меня ждет опасность. Господи, мне страшно! Мне страшно! Я закрою глаза, чтобы этого не видеть! Я закрою глаза! Я готов смотреть ASMR целыми днями! ASMR! Это страшнее! Окей, давайте продолжим смотреть. О, мой бог! Кто это? Я на этом моменте очень испугался. Да что-то мы не слышали. И что ж, я надеюсь, вам понравилось надо испугаться, видео. Стопэ. Где там? Срочно, СМР! Я на этом моменте... СМР надо смотреть без звука. Меня это успокаивает. Я все еще не напуган! Мне нужно продолжать свои поиски. Где же мне найти самое страшное видео? Это все это гребаный ASMR. Из-за него я не испугался. ASMR, будь ты проклята! Если это видео наберет 4 лайка, 4 мать его лайка, я продолжу смотреть это видео. И я попробую наконец-то испугаться.
Я наконец-то испугаюсь, потому что меня ничто не может испугать. Да, Блайби, тебе это всего на 2 секунды, а мне очень приятно. Эй, бро, подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании осталась специально для тебя. Ведь там выходят уже страшные и крутые фотографии. Бро, специально для тебя оставил ссылку в описании. Эй, бро, вот коммент из-под прошлого видео. Господи, ты же глядись, какие они шикарные. Ты в жизни не найдешь нигде такие крутые комменты, как у меня под видео. И ты тоже можешь попасть в следующее видео. Всего то, что тебе стоит, нажать на лайк, колокольчик. И ты уже в следующее видео. Да, бро, вот такой вот простенький билет ко мне видео. Ах да, и коммент не забудь написать. Что ж, бро, смотри прошлое видео. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока!